Ладно, три коллеги, как всегда. Все, здравствуйте всем. Вот. Раз, два, три. Группа из неба. Ой, блядь, ёпные микрофоны. Yeah.
трехлетнего отсутствия нахрен. Я так вижу, пандемия, ковид нам хер помешал, да? О. Следующая тема, собственно говоря, как говорится, блин, для всех, кто любит наливать, выпить там за дума и т.д. и т.п. в общем-то. А, ну вот, был, собственно говоря, да, здорово. А, клип такой, блин, короче, блин, все про то, что пытаются сейчас закрыть, короче, блин, про наливайки, в общем-то. Давай, гаси, Андрюха. We'll be right back.
пить. Это ты. Класса, пацаны, выбивайте. Да это не мы, это фанера. Мы под фанеру, да, не забивай. Следующая тема уже про всю эту политику, что вокруг нас. Поехали, зомби-фак, короче. У нас там альбом. Но сегодня программа с этого альбома. Сейчас, то есть, у нас на эту программу, то есть, сегодня специально для Крембаса, собственно, там пара новых вещей, вообще. Вот, одна из них сейчас будет сейчас. Вот такое простонароднее название, там, знаете, сравнимо со словами, там, ляпота, там, эхма. Короче, хресь поленом. Я не хочу, чтобы ты любил. Я не хочу, чтобы ты любил.
Так, по быстрым полям, порубили нас. Измена. Такой вопрос, я не знаю, там зал, голос, слышим, не слышим. Андрей, дай чуть-чуть. Это там чуть-чуть меня громче, потому что я услышал, то есть на последних двух темах там перепад. Собственно, твоя любимая песня, что дальше? Тут согласна. Мы тоже немножко развалился, короче. Следующая тема, то есть, про вообще, то есть, немножко по-серьезному. Что есть еще, кроме алкоголя, гамма, секса и т.д. Более важное. Вот. Самое важное, что мы живее всех живых товарищей. Ура. Дрон, давай, включай эскалатор. Чего же?
Thank you.
Спасибо большое, собственно говоря. Ой, блин. Я всегда не любил эту песню. Откуда? Ну вот, короче. В общем-то, все догнал. Кремещук больше! Выигрыш в нашу У Димончика было день рождения, собственно. We'll be right back.
такие лесничие, в общем-то. Песня посвящается всем лесничим женского пола, в общем-то. Кристи, опасайтесь ходить по грибы, когда женщина знает, что там полисадники женщины лесничие. Давай, Андрюх, включай эскалатор, вот что. Буквально еще полетим. Резак может уже готовиться, как бы, а не короткая. Тут у Димасика, он тут кричит. День рождения, короче, у нашего гитариста, блин. Вот, небрачный сын Джеймса Хэтфилда, короче. Мальчику случилось 35 лет. Джеймс Хэтфилд тогда выпустил альбом Астрофапа, короче, блин. Happy birthday!
вижу, он покраснел, ушел за спину всех, короче. Мне брачный сын Джеймса Хэтфилда. Ну и напоследок немножко лирики, короче. Поехали, последний, а вы лизовали, что пиза не будет, это точно. Давай, поехали, времени нету. Давайте на пиво уйдем. Да нахуй!